В 2 километрах лось стоит. Прямо? На Абрамцевской просеке. В ту сторону. Вот сейчас на перекресток. И налево, да? Сейчас дойдем. Напротив этой больницы управления делами. Все. Ну вот видите, я только мечтал. Думаю, иду, мне лось не попадется. Но правда отсюда до того лося идти. И будет ли он ждать меня, там неизвестно. Но постараюсь догнать. Жалко, зумом тут не обойдешься уже. Придется идти ногами. Ну, в общем, я хотел в ту сторону пойти, правда, не направо, а налево. Налево там, где во время урагана или бури, или как сказать, может быть, помягче, но там большой лесоповал. Я уже осенью проходил ту просеку, а вот мне было интересно посмотреть, что там будет зимой. Ну вот, посмотрю. Так что пока все это по дороге. Так.